Релиз подготовлен Indian Cinema Group по заказу сайта generalfilm.org и наших зрителей. Огромная благодарность выражается всем, кто принял участие в локализации данного фильма на русский язык. И не забывайте смотреть новинки индийского кинематографа в озвучке ICG самыми первыми в нашем онлайн-кинотеатре на сайте icgtv.ru каждые выходные. Фильм озвучен при поддержке мобильного сайта unwap.org. unwap.org – бесплатные фильмы и сериалы для телефонов и планшетов в отличном качестве. Эта история началась с рождения умственно отсталого мальчика Рохита. Шли годы, он рос, но его ум был на уровне маленького ребенка. Как он говорил, его привычки и все... Но ему пришлось заплатить за свою невинность. Все издеваются надо мной. Если ты не поможешь мне, то кто? Ты такой могущественный. Пожалуйста, Бог, дай мне немного твоих сил. И однажды ночью в Касуле приземлился космический корабль. Рохит встретил Джаду, и его жизнь наполнилась счастьем. Джаду наградил Рохита удивительными силами, и это полностью изменило его. Слава Рохите шла впереди него. Однажды он получил приглашение в Сингапур принять участие в исследовании. Приглашение отправил знаменитый доктор Синдхантари. Мистер Рохит Мехра, простите, что заставил вас ждать. К несчастью, Соня Мехра потеряла обоих, своего сына Рохита и невестку Нишу. А ее внук Кришна стал смыслом ее жизни. Но она боялась суперсил Кришны и увезла его в отдаленные места. Но у судьбы другие планы. Кришна последовал за своей любовью Прией в Сингапур, где узнал шокирующую правду. Его отец, доктор Рохит Мехра, жив. И все эти годы его держал в заключении доктор Синдхант Ария. Кришне суждено было написать свою историю. Сломанная маска, что он нашел в дыме горящего цирка, помогла появиться на свет защитнику, другу, супергерою, Кришу. Криш 3. Сценарист, продюсер и режиссер Ракеш Рохан. Эксперимент Гау удался. Теперь этот вирус
положит начало конца человечества. Спасибо, Джаду. Я понял секрет силы преломления солнечных лучей. Если этот эксперимент удастся, он откроет новый мир. Новое человечество. Еще 10 минут. Папа? Что случилось? Все хорошо? Конечно. Со мной все хорошо. И вообще все хорошо. Просто я так взволнован, что... Папа? Прости, что разбудил. Но осталось только 9 минут до рассвета. Скорее, идемте в лабораторию. Идемте? Да, папа. Идем. Сегодня все получится. Я все довел до совершенства. Мои расчеты сегодня должны быть точными. Ух ты, папа! Что это? Годы моих усердных работ и экспериментов. Ведь жизнь зарождается в свете. Свет дает жизнь. И я думаю, я наконец-то сумел создать идеальную комбинацию для умножения энергии света при помощи отражений. Эта волшебная комбинация — естественный подарок природы. Но, к несчастью, мы не видим этого. Вот почему... Я изобрел эту ручку, которая на самом деле является электронным устройством. Каждый раз, когда такая комбинация возможна, она активируется и начинает подавать сигналы. А потом она объединяет и умножает все солнечные лучи и концентрирует их на одном объекте, демонстрируя жизнь, даваемую светом. Значит, лучи солнца оживят мертвое растение? Что? Но это невозможно. Почему? Возможно. Получится, я уверен. Скрестим пальцы. Скрестите. Папа? Солнце? Ручка активировалась. Значит, расположение всех зеркал верное. Формация абсолютно точна.
энергии слишком велика. Мне нужно подумать. Я должен что-то сделать. Возможно, мне стоит поставить фильтр, проходя через который поглотится лишнее. И выйдет нужная энергия. То есть, поставить умный фильтр, папа? Точно. Умный фильтр. Легко, я его сделаю. И вы увидите. Этот эксперимент изменит взгляд на солнечную энергию. Что уставились? Вам нечем заняться? Пошли, за работу. Умный фильтр. Легко, сделай его. Кришна! Я готов, папа. Отлично выглядишь. Спасибо. Ты починил шину, которую кто-то вчера проколол? Да, но... Где, черт возьми, Прия? Прия! Иду. Пошли, папа. Идем. Собралась? Я готова. Уверена? Я лишь немного. Закончу в машине. Прокол. Посмотри. Вот. Ух ты. Теперь ты точно готова. Я тоже. Ладно, раз мы все готовы, едем зажигать город. Жечь? Разве вам не надо сегодня на ТВ? Надо. Но сначала нужно заехать в ателье. Вот, Кришна, твой офис. На самом деле мой офис дальше. Если ты повернешь направо, потом опять направо, а после налево, окажешься у охранного агентства. Там моя новая работа. Воздушные силы Индии? Давай живее, я опаздываю. Не меняй тему. Что случилось на этот раз? Я знаю, что. Что? Когда клиенты приезжали за своими билетами, он сам был в воздухе. Поэтому воздушные силы навсегда приземлили его и сказали ему отправляться во свояси. Точно? Верно, папа. Все так и было. Очень хорошо. Я горжусь тобой. Вот здесь, стой. Вот моя новая работа. Ты работаешь, Сид? О, муж. Иди сюда. Да, жена. Я уезжаю из студии в 16:30. Ты должен встретить меня ровно в 17:00. Запомнил? Да. Если ты снова опоздаешь, мистер Мехра, вас могут уволить с должности мужа. Знаю. Пока. Пока. Ладно, папа. Куда тебя подбросить? В смысле? Никуда меня не надо подбрасывать. Мне нужно в лабораторию, как и всегда. Мы переживаем. Мы переживем. Кришна, Крипл, вас обоих уволили. Вот твоя зарплата. И твоя. В чем дело? Сдулся из футбольного мячика в теннисный? Вчера, когда те грабители ворвались в ювелирный? Ты исчез. Ты действительно удивлен тому, что тебя уволили? Ну и тебя тоже. Ну я просто бежал. Бежал, чтобы вернуться. То есть? То есть? Что уставились? Нас ограбили, но у вас все еще есть работа. Идите. Ладно. Вы не понимаете, вчера, когда я убежал, то есть ушел, кто вошел в магазин? Кто? Кто вошел? Криш. Именно. Понял, о чем я? Как мое полное имя?
Криспал Шарма? Да, возьми Кри из Криспала. Кри. И Ша из Шарма. Ша. А теперь соедини, что получится. Криш, ты? Не так громко. Если кто-нибудь услышит, соберется толпа. Будут просить автографы. Ну ты понимаешь. Ты все еще не веришь, да? Рост. Криш довольно высокий, а ты... Нужно слегка подтянуться, мой друг. Высокий, когда включаю рост. Но на работе мне нравится быть маленьким. Неважно, ты не поймешь. Таков уж наш стиль суперменов. А ты обычный человек. Давай, найди работу, с которой справишься. Точно? Срочные новости из Мумбаи. Переднюю стойку шасси рейса АК-101, направляющегося из Дели в Мумбаи, заклинило. Все попытки пилота освободить ее не удались. Неудача выпустить переднее шасси может привести к аварии самолета во время посадки. Это может быть смертельно как для пассажиров, так и для команды самолета. Видишь, долг зовет. Я должен идти. Мы будем держать вас в курсе событий. Куда он делся? Аэропорт Мумбаи. АК-101 ждет указаний. АК-101. Мы очистили полосу 2-7 для экстренной посадки. Сажайте самолет. Удачи! Сэр, посадка без носового шасси может привести к аварии. Мы можем даже взорваться. У нас нет другого выбора. У нас кончается топливо. Нам придется это сделать. Внимание, пожалуйста, пристегните ваши ремни безопасности. Приведите спинки кресел в вертикальное положение. Что говорят? Что происходит? Похоже, что-то случилось. Что происходит? Мам, все будет хорошо? Боже! Прошу, помоги нам! Прошу, пожалуйста! Браво, Криш! Ха-ха-ха!
отличная работа, Криш. Мы сели! Смотри, мам! Криш! Криш! Что? Где? Эпидемия неизвестного вируса была выявлена в Намибии. Опасная вспышка вируса пришла из города Габабис. Сейчас наш корреспондент находится в местном офисе Международного медико-санитарного совета и ждет заявления от доктора Варуна Шетти, регионального управляющего WHO. Вернувшись из Намибии сегодня утром, я немедленно собрал директоров IHC касательно ситуации со вспышкой. Этот вирус необходимо остановить как можно скорее, иначе последствия могут быть катастрофическими. Образцы зараженной крови были отправлены известным ученым и докторам в разных частях мира. Мы нуждаемся в любой возможной помощи в поисках антидота. Очевидно, что кризис в Намибии обостряется. Наш канал открыл горячую линию, по которой вы можете получить необходимую информацию. Алло? О вирусе. Да, доктор Шетти. Доктор Мехра, уверен, вы уже слышали об этом вирусе. Из охваченной паникой Намибии. Да, я видел по телевизору. Доктор, как скоро проявляются симптомы заболевания вирусом? Какой инкубационный период? Люди проявляют симптомы от 5 секунд до 5 минут после контакта. Этот вирус быстро распространяется по воздуху и через воду. Мы отправили образцы крови зараженных в несколько лабораторий. Вы тоже получите их. И я действительно надеюсь, что вам удастся найти решение. Вы – моя последняя надежда, доктор Мехра. Прошу, сделайте что-нибудь. Я постараюсь, доктор Шетти. Сделаю все возможное. Алло? Алло, доктор Шетти? Да, кто это? Алло, сэр. Это Алаксен. Доктор Алаксен. Сэр, мне нужно с вами встретиться немедленно. Это очень срочно, прошу, сэр. Касательно чего? Сэр, у меня есть шокирующая информация о вспышке вируса в Намибии и об антидоте. Что? Я все скажу при встрече, сэр. Вот почему я звоню с телефонной будки, сэр. Прошу, сэр. Ладно, успокойтесь, доктор Сан. Я направляюсь в свой офис. Почему бы вам не приехать туда? Адрес? Да, сэр, я знаю, где это. Скоро буду. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер. Я жду кое-кого. Хорошо, сэр. Спасибо. Кто вы? Уникальная. Необычная. Бесподобная. Потому что у меня нет истории. Нет прошлого. Только настоящее. Удивлены? Кто бы вы ни были, вы однозначно пришли не по адресу. Адрес верный. Как и время. Чего не скажешь о намерениях. Что за чушь? Прошу, уходите! Сначала вам стоит узнать меня. Я ответ на все ваши вопросы. Послушайте. Вы послушайте. Меня. И все поймете. Что, черт возьми, вы делаете? Сэр, доктор Сен пришел к вам. Пустите. Да, сэр. Доктор Шетти, я доктор Сен. Спасибо, что встретились со мной.
Вы сказали, что у вас есть информация о вирусе. Да, сэр, вот. Здесь образец вируса и антидот. Я работаю на Cal Pharmaceuticals. Эта компания экспериментирует со скрещиванием ДНК разных особей для создания антидотов к вирусам. Но, сэр, недавно я узнал, что перед тем, как создать антидот, они создают сам вирус. У них лаборатории по всему миру. Сэр, я собрал все доказательства против них и сохранил на этой флешке. Вы работали в лаборатории номер 3. Где должны были совмещать ДНК разных особей. Но вместо этого вы собрали эти файлы? Как вы узнали? Я знаю. Вы допустили роковую ошибку, предав его. Он ненавидит предателей. Это Кая. Чудо науки, созданное тем, кто творит свой собственный, новый и необычный мир на Земле. Это Кал. Он верит, что он хозяин своей жизни и судьбы. Тайна. Гений науки. Его многолетние исследования в состоянии изменить весь мир. Но каждый его эксперимент ставит своей целью изменение его самого. Иронично, но столь пронзительный ум находится в теле, которое парализовано ниже шеи. Кроме двух пальцев. Невероятно, но это так. Кал управляет силой своего мозга посредством двух пальцев. Он может поднимать вещи, заставлять их летать или уничтожить телекинезом. Однако он желает заполучить костный мозг, который возродит его. Поняв, что при помощи обычного ДНК Кал не может найти лекарство среди людей, он начал экспериментировать с животными. Соединяя свое ДНК с кровью животных, Кал создал существ, как детей из пробирок. Кал создал столь удивительных существ, чьи мозг и душа были как Кала. Внешне люди, но животные по природе и силе. Кал назвал их людозвери. Но несмотря на все свои усилия, Кал не смог найти нужный костный мозг. Его поиски все еще продолжаются. Запускайте! Начинайте деликвидацию!
скрещивание — это будущее. Приступайте к финальному тесту. Пусть научится выживать в окружающей среде, а потом продолжайте исследование. Уверена, ты найдешь этот костный мост. Тебя скоро ждет успех. Я успешен и сегодня. Ты могла заметить смертельность моего нового людозверя, Страйкера. Успех пришел Каалу. Когда он создал тебя, скрестить мою кровь с кровью хамелеона. Вот почему ты можешь менять форму и цвет, когда угодно, где угодно. Давайте узнаем, сколько жизней унес вирус в Намибии. Этими красными точками отмечены более 40% населения Намибии, зараженные вирусом. Он заставил многих гениальных ученых поломать головы. Наши ученые хотят знать, когда отправлять антидот. Пусть умрет побольше людей. Пусть будет побольше страха. Это простая наука, Кая. Наш доход растет с крахом надежд людей. Этот вирус неприродного происхождения. Он создан искусственно. Но, сэр, кто мог сделать такое? Сумасшедший. Доктор Мехра, антидот успешно победил вспышку вируса в Намибии. Это стало возможным благодаря компании Kal Pharmaceuticals. Антидот уже в Намибии, ситуация взята под контроль. Слава богу. Этот антидот вновь доказал, что в мире больше добрых людей, чем злых. Криш! 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 Алсабах, 13 этаж, Вилатага! На помощь! Помогите! Мамочка! Кто-нибудь спасите! Вики! Спасите! Помогите! Помогите! Больше не нужно бояться. Ты в безопасности, хорошо? На самом деле мы оба в безопасности. Скажи-ка мне, что именно ты там делал? Я делал уборку, когда увидел голубя, который застрял в проводах, который хотел выбраться из них. Поэтому я полез на крышу, чтобы спасти его. Пусть у меня маленькие руки, но я смог освободить его, но застрял сам. Мама, помоги мне! Мама! Но ты спас меня, Криш. Спасибо тебе, Криш. Спасибо тебе, Криш. Я? Ты спас жизнь голубя. Каждый, кто стирает слезы и несет счастье, Криш. Ух ты! Даже я, Криш! Да. Но, Криш, у тебя есть маска, костюм и суперсилы. А что есть у меня? У тебя есть невинность, которая сегодня научила меня кое-чему, что возраст не важен. Главное, отвага. Вот тебе маленький подарок. От Криша маленькому Кришу. Руку. Теперь это символ твоей честности и добродетели.
Добро пожаловать в команду. Команду? Я часть твоей команды, Криш? Да. Но ты должен обещать мне, что... Ты больше не будешь пытаться изображать меня, взбираясь и прыгая со зданий. Обещаешь? Обещаю, Криш. Все. Сэр? Да, сэр? Добро пожаловать. Как приятно видеть тебя вовремя. Мог бы прийти и после закрытия. Кстати, могу я спросить, что тебя так задержало? Мне нужно было, сэр. Нужно было? Да, сэр. Это было важнее твоей работы? Нет. Гости ждали китайской еды. И ушли с полными ртами индийских ругательств. Понял? Вечный герой Криш спас еще одного ребенка и вернул его семье здоровым и невредимым, вновь доказав, что там, где Криш, нет беде. Посмотри. Вот. Криш. Он несется, как ветер, спасая в самых безнадежных ситуациях. Да. И вот ты. Словно ветер, спасаешься от ситуации, где ты нужен. Поучился был Криша. Будь ты немного похож на Криша, я бы тебя не уволил. Ты уволен. Сэр, пожалуйста. И прежде чем мы перейдем к другим важным новостям, наш достоверный источник сообщил, что Криш будет сегодня недоступен с 23:30. На сегодня все. С вами была Прия Мехра, Аадштаг. Муж, встретимся у клуба Орхидея в 23:49. Оденься покрасивше. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогой Кришна, с днем рождения тебя. С днем рождения, муж. Это самый лучший сюрприз. Но у меня есть еще и самый лучший подарок. Какой? У нас будет малыш. Ты... सबसे हसी है सबसे जुदा है वो देखो मेरी जान Rakhav Rajaram, Raghupati Rakhav
मेरी जिंदगी मेरे साथ है ना चैन है ना होश है हर आरज़ू मदहोश है मांगे तो What a groove. I wanna move. Check it out. Na 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 Сегодня очень счастливый день для нас. Когда дети вырастают, они начинают относиться к старикам как к детям. Знаю я, что сегодня день рождения Кришны. Я даже приготовил для него подарок. У нас есть еще хорошие новости. И мистер Балгопал сам скажет, какие. Еще хорошие новости? И кто такой мистер Балгопал? Не помню, чтобы у меня были друзья с таким именем. А может и есть. Нельзя же помнить имена всех друзей в таком возрасте. Балгопал? Так ведь тебя зовут. Ты станешь дедушкой. Дедушкой? Правда? Да, папа. Каждый отец мечтает увидеть, как растут его дети. Хочет играть с ними, дурачиться. Но эту радость у меня отняли. Я не видел,
Сколько раз ты падал? Сколько раз ты поднимался? Сколько раз ты приходил домой чумазом? Мне жаль, что я не видел всего этого. Но теперь я ни о чем не жалею. И я не жалуюсь. Пусть я не видел этого как отец. Теперь я увижу все это как дед. Я увижу твое детство в твоем ребенке. Спасибо, Прия, что дополнила нашу маленькую семью. И да. С днем рождения, Кришна. Этот маленький подарок для тебя. Для вас обоих. Хорошо, папа. И я раздам эти сладости на работе. Все будут рады. Это будет счастливый день. Что ты делаешь, Каал? Если бы я мог пользоваться всеми пальцами, рукой, всем телом, ты не представляешь, на что бы я был способен. Я впечатлена и тем, как ты делаешь то, что делаешь. Откуда у тебя эти силы? В чем их секрет? Будучи таким сильным, почему твое тело все еще находится в инвалидной коляске, Каал? Каал, ты душишь меня! Больно! Так и должно быть. Потому что ты причинила боль мне. Задав вопрос, на который у меня нет ответа. И я все еще... ищу его. Что ты делаешь, сын? Правильно используй свои силы. Не используй их для разрушений. Сколько раз тебе повторять, Каал? Сколько раз мне спрашивать, отец? Откуда у меня эти силы? Почему я такой? Я не знаю. Ты все время лгал мне. И сейчас лжешь. Поверь мне, я говорю правду. Хватит, Каал! Каал! Тогда я не нашел ответа. После всех моих поисков, всех экспериментов, я так и не нашел ответа. Но я знаю ответ в науке. И там же мое спасение. Ответ на мой вопрос – мое спасение. Я потратил миллионы, и я потрачу миллиарды. Доктора, сколько мы заработали на антидоте в Намибии? 320 миллионов долларов и продолжаем зарабатывать. Немного страха, и вот тебе 320 миллионов долларов, и сумма растет. Бизнес на страхе – лучший бизнес. Но теперь миллионов мало. Нам нужны миллиарды. Пора заразить страну, где население – миллиарды. करोड़ों की आबादी हो
Индия или Китай? Население Китая больше населения Индии, Кал. Но в Индии правят боги. И люди верят в них. Давай узнаем, смогут ли их боги спасти их от вируса. Унхе бача пата хэ, я нэхи. Кришна, давай купим мороженое. Мороженое? Но я слышал, что во время беременности женщинам хочется соленого. А я хочу сладкого. Правда? Потому что я хочу, чтобы наш ребенок получился сладеньким, как ты. Ладно. Пойдем, сядем там. Прекрати так лизать мороженое. Ты съел мое мороженое? Я думала, ты купил его мне. Я свое еще не съел. Как это не съел? Идем, возьмем еще. Идем. Крипал, как дела? Я немного злюсь и пытаюсь контролировать свой гнев, потому что меня только что обвинили в краже мороженого. Пожалуйста, дайте то же самое. Хорошо, сэр. Ну, что будешь? Значит, вы раздаете пустые конусы. Сэр, я дал полный. Если он был полный, почему сейчас пустой? Сэр, смотрите, как я его наполняю. Давай, я смотрю. Два шоколадных, пожалуйста. Сэр, вы видели? Я его наполнил. Да, наполнил, а он все еще пуст. Мамочка, а где мое мороженое? Я только что купила тебе. Куда пропало мое мороженое? Где мое мороженое? Мамочка, мое мороженое. Можете наполнить еще раз? Да, сэр. Что такое? Сейчас вернусь. Но... Thank you.
Да, Кая. Кал, пульс Мумбаи скоро участится. Жуткие новости приходят с разных частей Мумбаи. Этот вирус распространяется по всему городу. Весь Мумбаи пал жертвой ужасного неизвестного заболевания. Первые сообщения пришли с железнодорожной станции. В мгновение ока опасный вирус охватил Мумбаи. С дорог, из офисов, отовсюду приходят схожие сообщения. Такая же информация приходит из всех частей города. Как вы видите, страх и ужас повсюду. В каждой больнице подобная ситуация. Или еще хуже. Бесчисленное число людей в критическом состоянии. Погибших насчитывается уже 117. И их число продолжает расти. А вызовите кран, чтобы убрать этот грузовик. Папа, вставай! Проснись, папа, пожалуйста! Гриш, помоги! Моей жене хуже! Моего ребенка! Криш, мои дети! Криш, прошу, спаси мою жену! Спаси моего отца! Криш, помоги! Криш, помоги! Криш, помоги! Криш, помоги! Страх ожил. Это тот же вирус, что убивал в Намибии. О боже! Но от него же есть антидот. Свяжитесь с Кал Фармацевтикалс. Кал, после случившегося со Страйкером, нам следует опасаться Криша. Наш вирус тоже попробует его. Индийское правительство ослабло из-за этого вируса, Кал. Они связываются с нашими дилерами. Кал, главный компонент антидота, готов. Нам следует начать работать над антидотом как можно скорее. Сколько понадобится нашим ученым для этого? 10 дней? Город вымрет через 10 дней. Люди умирают у меня на глазах. На моих руках. Я слышу их крики. И ничего не могу сделать. Я беспомощен, папа. Какой смысл быть Кришем? Смысл есть. Есть. Ты с ними, но... Ты не заражен. Как и Прия. А она носит твоего ребенка. Все мои коллеги пали жертвами этого вируса. Все, кроме меня. Значит, у нас есть иммунитет против него. Возможно, в нашей крови есть что-то, что защищает нас. Что ты делаешь? Если я не заражусь этим вирусом даже после введения его в мою кровь, значит, мою кровь можно использовать как антидот. Нет, папа. Я не позволю тебе сделать это. Кришна, это единственный способ найти лекарство от вируса. Тогда введи его в мою кровь. Нет.
Это слишком рискованно. Я могу рисковать тобой, но не надеждами людей. Сейчас ты последняя надежда людей, папа. Не я. Попробуй на мне. Но, пожалуйста, папа. Кришна! Кришна! Я в порядке. Я в порядке. Значит, я могу сделать антидот из твоей крови. Теперь мы спасем людей. Для этого понадобится пара часов. Но... как мы обеспечим антидотом всех за оставшееся время? Как нам это сделать? У нас проблема. Не знаю как, наш вирус уходит из Мумбаи. Один из вас предал меня. Вы предали Каала. Я предупреждал вас, что антидот не должен добраться до Индии еще 10 дней. Тогда как? Кто сделал это? Никто, Каал! Мы все еще создаем антидот! Говорят, что ученый из Института исследований Мумбаи сумел создать антидот против нашего вируса. Что? Что за чушь? Как мог жалкий ученый найти антидот против вируса Каала? Антидот можно приготовить лишь... из моего ДНК, моей крови. Как он получил ее? Откуда? Как? Как? Как может моя кровь бежать по чужим венам? Как? Мумбаи.
Мумбаи вновь доказал, что его не остановить. Не напугать. Не победить каким-то вирусом. Слава отваге этого города! Духу горожан! И главное, настоящему герою этой победы! Друг детей! Надежда взрослых! И поддержка пожилых! Наш Криш! Если ты здесь, где бы ты ни был, пожалуйста, знай, что слов недостаточно, чтобы отблагодарить тебя. Однако мы попытались скромно поздравить тебя, и это станет новым символом города. И чтобы подарить вам всем этот новый символ, я бы хотел пригласить на сцену человека, без которого даже усилий Криша было бы недостаточно. Доктора Рохита Мехра. Прошу, сэр. Спасибо всем за вашу любовь. Спасибо большое. Но я уверен, если бы вы были на моем месте, вы бы поступили так же. Мне лишь немного повезло. Наши усилия увенчались успехом благодаря вашим молитвам и желаниям. Я бы хотел также поблагодарить Криша за то, что он делает наши ночи безопаснее и дарит нам новый день. Сэр, вы знаете Криша? Я верю в Криша. Я верю, что в каждом из нас есть Криш. Каждый человек, который может помочь другим, тот, кто помогает, тот, кто защищает нуждающихся, тот и есть Криш. В каждом из нас есть Криш. Даже я Криш. Криш так сказал мне, когда я спас голубя. Он даже дал мне этот символ. И у меня есть. У меня тоже. У меня тоже есть. भगवान ने बनाया एक इंसान आया जमीन पे लेके वो ऊपर वाले का फरमान जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान La 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 la
के ख्वाबों की जन्नत सजाएंगे हम प्यार का सवेरा लेके आएंगे हम Похоже, Кришна пришел. Я посмотрю, папа. В чем дело? Кто там? Никого, папа. Прия! Прия! Прия!
какая у нее группа крови? Первая положительная. История болезни? Аллергии? Нет. Но она беременна. Кришна, как Прия? Я ничего не знаю, папа. Она на обследовании. Что происходит, папа? Не переживай, скоро мы узнаем. Благодаря тебе один из нападавших у нас. Я просто надеюсь... Мистер Мехра, с вашей женой все в порядке, но мне жаль это говорить, мы не смогли спасти ребенка. Папа. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Нам нельзя плакать. Потому что Прия нуждается в тебе, Кришна. Ты должен снова заставить ее улыбаться. Заново научи ее жить. Только ты можешь сделать это. Только ты, Кришна. Добро пожаловать, миссис Прия Мехра. Надеюсь, ваше путешествие было приятным. Кто вы? Знаю, что странные места пугают. Вы в мире Каала. Здесь я стараюсь начать с вами разговор, а вы пытаетесь убежать от меня, напасть на меня. В вашем состоянии небезопасно бегать, небезопасно для вас обоих. Поэтому, пожалуйста, сядьте. Сесть! Кто такой Кришна? Кто он? Я не знаю. Но ты знаешь, что антидот от моего вируса был создан твоим тестем, Рохитом Мехрой. Уверен, что ты знаешь, как. Я не знаю. Но я знаю, что... Только ты сможешь ответить на все мои вопросы. Послушайте, пожалуйста, моя семья, мой муж. Они уже ищут меня.
И если они... Мы ищем то, что пропало. Но ты не пропадала, Прия. Ты здесь. И там тоже. Да, два билета, пожалуйста. Прия, все готово. Первый день премьера. Пойдем? Ты где заблудилась? Я здесь. Перед тобой. Ты передо мной, но не со мной. В смысле? Если ты действительно здесь, ты бы почувствовала, что я изменился. Да, мэм, начиная с сегодняшнего дня, я лишь твой. Как твой канал, 24 часа в сутки. Я в твоем распоряжении, чтобы развлекать тебя. 48 из 14. У меня расписан каждый день, с понедельника по воскресенье. От покупок до кино. И я не уйду, не нужно рекламы, мне только нужна зарплата. Например, 1000 улыбок, пара миллионов объятий, несколько миллиардов поцелуев. Это все, что мне нужно. И с чего начнем? Ты все правильно понял. С чего начнем? Начнем с того, что забудем прошлое. Это очень странно. Его сердце бьется один раз в две минуты. Получается, он впал в спячку. В таком состоянии, с таким сердцебиением, он может прожить столько, сколько пожелает. Но люди на такое не способны. Но не некоторые животные. Они впадают в спячку под землей и появляются на поверхности только когда позволяет погода. Возможно, у него такие же способности. Он животное, но и человек. Думаю, его можно назвать мутантом. Мутантом? Да, Кришна, в древней мифологии, например, Махабхарате и Рамаяне, были подобные состояния. Шурпнакха могла даже менять свои формы. Алло? У тебя все хорошо? Да, а что? Я сегодня задержусь. Один из нападавших приходит в себя. Возможно, когда он очнется, он сможет помочь нам, а мы поможем ему. И он нам скажет, кто тот, кто пытался нарушить законы природы. Прия? Зачем ты здесь? Я испугалась. Тебе нечего бояться. Кришна, мне страшно. Он убьет меня. Он убьет нас. Сделай что-нибудь, Кришна. Несите успокоительное. Папа, убей его. Все будет хорошо. Нет, нет, вы должны убить его, Кришна. Прия. Убей его. Отец! Отец! Ah!
Это... Он пытался убить меня. Ты видел, правда? Если бы ты не спас меня... Что я им сделала? Кто эти люди? Что им нужно от меня? От нас? Я понимаю, как ты встревожена, но, пожалуйста, успокойся. Возможно, мы бы узнали правду, если бы он прожил немного дольше. Но кто они? И почему они нападают на нас? Нападают на папу? Думаешь, это потому, что папа сделал антидот от вируса? Да, я думаю, это так. Вы мыслите правильно. Мы не можем быть уверены. Но атаки должны быть связаны с вирусом и антидотом. Это возможно. Значит, они могут вернуться. Они могут вновь распространить вирус. Мы сможем спасти людей. Но как? Они уничтожили лабораторию. Да. Но у нас все еще есть антидот. И если понадобится, сделаем еще. Как? Как, папа? Ну, Прия, ведь у нас... Папа, думаю, она не прекратит задавать вопросы, пока... Пока ты не сделаешь антидот у нее на глазах. Потому что она не Прия. Прямо сейчас она журналист. Да, она действительно допрашивает как журналист, потому что она очень давно не была на работе. Журналист в ней пытается выбраться наружу. Вот почему тебе снова следует завтра пойти на работу, а сейчас идешь спать. Пошли. Но, папа... Идем. Кришна, пусть папа скажет нам. Мы должны знать. Вдруг нам это понадобится. Папа, послушай меня, Кришна. Если мы узнаем, как папа сделал антидот, мы сможем помочь ему. Это очень важно. Почему ты не понимаешь? Я люблю тебя. А мистер Мехра, вы подходите нам. Можете начать работать завтра. Спасибо, дамы и господа, самое время объявить имена победителей этой недели в торговом центре Эр-Сити. Сегодняшний победитель номер 3, который выиграл 50 тысяч, и это мистер Сачин Гупта. Второе место заняла мисс Пуджа Мишра. И джекпот получает, а это 100 тысяч. Спасибо. Спасибо. Миссис Авиша. Эй, это я! Это я! Помогите! Спасибо. Это от всех нас. Что это? Символ Криша. Каждый, кто помогает другому, награждается этим. Где я могу встретиться с Кришем? Я этого не знаю. Я лишь знаю, что он всегда рядом. В нужном месте, в нужное время. А когда его нет, добрые люди, как вы, занимают его место. Но что я сделала? Сделала то, что должен был сделать любой хороший человек. Ваша доброта спасла ребенка,
и его мать. Ты не понимаешь, Кришна. Я люблю тебя.
С кем я говорю? Прией или моей Каей? Мне нужно чуть больше времени, Кал. У меня нет времени. Завтра же доставь мне информацию или... Каал поймет это иначе. Доктор, все параметры в норме? Все параметры в норме. Плод здоров и находится в правильном положении. Тогда что он еще делает в утробе матери? Вытаскивайте его. Сейчас. Зачем, Кал? Я хочу ввести ему свой ДНК на данной стадии развития и посмотреть, как он генерируется. И ведь мы еще не экспериментировали с человеческими зародышами. Конечно, Кал. Но сейчас слишком рано. Если мы извлечем сейчас плод, мы можем подвергнуть его опасности. Он умрет. До тех пор, пока плоду не исполнится 3 месяца. Мы не можем извлечь его. Как не можем проводить любые эксперименты. На самом деле, мы не можем сделать даже теста ДНК. Как долго? Как минимум неделю, Кал. Какие-то 7 дней. И твое 9-месячное испытание подойдет к концу. И, возможно, мы получим ответы на все вопросы. Кришна, где ты? Стали известны некоторые пугающие факты, Кришна. Сначала мы обнаружили, что ДНК антидота от Kaal Pharmaceuticals соответствует ДНК мутанта из нашей лаборатории. Еще более пугающая правда состоит в том, что ДНК антидота, созданного нами, также очень похож на этот. Я провел несколько тестов, чтобы убедиться. Каждый раз получался один результат. Но как такое возможно? Потому что мы сделали этот антидот из... Думаю, Прия проснулась. Да, что там с антидотом? Как она? Она в порядке. Папа, с антидотом. Послушай. Завтра я уезжаю в Сингапур. Позаботься о себе и приедь. Ты едешь в Сингапур? Почему? Потому что... Сингапур, доктор Ария и все те ужасы... Все это важная часть моего прошлого. И факты, которые всплыли, заставляют задавать вопросы. Возможно... Я найду ответы в своем прошлом. Вот ты где. Что случилось? Все хорошо? Да, что? Даже не знаю. Мне показалось, что ты зовешь меня издалека. Я прямо перед тобой. Зачем мне звать тебя? Верно. Папа просил кофе. Он все еще работает. Так поздно? Пойду посмотрю, как он. Нет, он сказал, что работает над чем-то важным. Не стоит его беспокоить до утра. Пошли со мной. Идем. Ладно, пошли. Thank you.
Что-то случилось? Нет. Теперь я не могу разрушить доверие Кришны. А как же доверие Каала? Я попрошу подождать, пока Рохит Мехра не вернется из Сингапура. Алло, я нашел ответы на все свои вопросы, Кришна. Поездка в Сингапур была правильным решением. Сингапур? Ты в Сингапуре? Когда ты уехал? Почему не сказал мне? Я говорил. Я сказал тебе вчера, в лаборатории. Вчера ночью? Когда? Я собирался сказать больше, но Прия проснулась. Ты не помнишь? Вот ты где. Что случилось? Ты передо мной, но не со мной. Шурпнакха могла даже менять свои формы. Если мы узнаем, как папа сделал антидот. Кришна, убей его! Она действительно допрашивает, как журналист. Кришна! Кришна! Кто ты? Прия? Я Прия Мехра. Ты не Прия. Нет, она. Я Прия. Кришна! Ты не Прия. Если бы ты была ею, ты бы знала правду о Кришне и Крише. Говори, кто ты? Где моя Прия? Твоя Прия? Да. Кришна? Да, Кришна. Твои слезы могут повлиять на Кришну, но они не обманут Криша. Где моя Прия? Она в безопасности. Прия, твой ребенок. Поверь мне, я говорю правду обоим. Кришне и Кришу. Где она? Добро пожаловать в мир Каала, доктор Рохит Мехра. И простите, что я должен был доставить вас сюда без вашего уведомления. Вы побывали в Сингапуре, чтобы найти ответы на некоторые вопросы. Расскажите мне, что вы узнали? Этот человек никогда не должен пытаться стать богом. Много лет назад
Доктор Ария держал меня в заперти в Сингапуре. И в это время он провел надо мной странный эксперимент. Доктор Мадхур, если этот эксперимент удастся, я создам нового Рохита Мехру из его собственной крови, его ДНК, со всеми умственными и физическими данными, как у Рохита. Но полностью контролируемого мной. Доктор Ария сумел создать ребенка на основе моего ДНК. Но ребенок оказался физически неполноценным. Доктор Ария приказал доктору Мадхуру избавиться от ребенка. Но доктор Мадхур не смог. Вместо этого он оставил ребенка в приюте. А потом... Один богач взял больного ребенка себе и воспитал как своего собственного. Значит, тот, кого я всегда считал своим отцом, таковым не являлся. Потому что этот неполноценный ребенок никто иной, как я. А вы мой отец. Мне нравится. Все теперь будет отлично. Я нашел тебя и с тобой. Я нашел ответы на все свои вопросы. Теперь я найду лекарство от своего недуга. Мне нужно лишь немного твоей помощи. Какой помощи? Мне нужен твой костный мозг. Костный мозг? Бери. Я помогу тебе. Так ты положишь конец своим экспериментам. Ты должен уничтожить ту вселенную, которую создал. Отец. Могу я звать тебя отцом? Конечно, могу. Ты же мой отец. Отец. Без условий и соглашений. Сделав это, я причиню тебе много горя. Ведь тогда я буду вынужден взять ДНК из костного мозга ребенка, которого носит Прия. Твоего внука. Моего внука? Но я думал, еще до того, как... Нет. Ребенок жив, потому что Прия у меня. Хочешь взглянуть на нее? Но... Прия... Там... Это не Прия. Она один из моих мутантов. Притворяется Прией. Настоящая Прия здесь, и она в безопасности. Ее ребенок здоров. Так же, как и его костный мозг. Ты можешь думать, что одинок. И поэтому ты мучаешь нас так, как тебе вздумается. Но ты не знаешь силы слез отца. Ты не знаешь. Вот почему ты не можешь увидеть его прихода. Он наша сила. И он твой конец. Мой настоящий сын. Криш.
Ты в порядке? Да. Кришна, Каала здесь нет. Входи, отец. Посмотри, я нашел свои ноги. А ты? Как вы, Кал? Я разговаривал со своим отцом. Начало. Прольется еще много крови. Да, Кал. Кая, спасибо тебе большое. Благодаря тебе Рохит Мехра со мной. Возвращайся, где бы ты ни была. Я жду тебя там, где я создал тебя. Разве ты не рада вернуться в свой мир, Кая? Кал? Кая, теперь ты увидишь всю мощь Каала. Я уничтожу человечество и создам расу сильных существ. Теперь этот мир принадлежит мне. Он мог бы быть нашим. Но ты... выбрала другую сторону, предав меня. Я знал, что ты приведешь Криша сюда. И это... именно то, что было нужно. Криш, тебе еще понадобятся твои слезы. Сохрани их для своего отца.
прости, ради нашего отца. Да, мы братья. Два сына одного отца. Разница лишь в том, что ты – дитя любви. А я – дитя безумства доктора Арии. Спроси его, если не веришь мне. Папа? Я лишь одолжил его костный мозг. Если он выживет, миру придет конец, Кришна. Отец, ты просишь своего сына убить другого сына? Мне нравится. Я с радостью исполню твою просьбу. Мою победу ознаменует смерть, твоя и твоего ребенка. Никто из твоей семьи не выживет. Кришна. Кришна. Посмотри, отец. Я исполнил твою просьбу. Теперь мне не нужно убивать тебя. Потому что смерть твоего настоящего сына положит конец и тебе. Рохит Мехра! Кришна! Кришна, вставай! Кришна! Кришна!
Кто ты? Эй, видели? Тот, на кого вы возлагаете все свои надежды. Тот, от которого вы зависите. Гаал уничтожил его. Я убил Криша. Что? Что? О боже. О боже. Да. Я сделал Криша страдальцем. Теперь очередь Прии Мехры. Прия Мераки. Приведите ее мне! Чем дольше ее нет, тем сильнее я буду мучить вас. Умный фильтр. Умный фильтр. Прошу, Господи. Пожалуйста, Господи. Пожалуйста. Никогда не думай, что ты один. Потому что никто никогда не умирает. Душа, энергия, она переходит из одного тела в другое. Заканчивается одна жизнь и начинается новая. Посмотри. Посмотри, Кришна. Я буду жить в тебе. Наши силы объединяются. Мы всегда будем вместе. Я буду жить в тебе и в твоих воспоминаниях. Ты всегда
будешь в моих молитвах. Что ты делаешь, Вики? Вики, что ты делаешь? Вики! Эмоциональные глупцы. Вы все глупые людишки, букашки для меня. Я могу уничтожить вас в любой момент. Как вы спасете ее? Мы отдадим свои жизни за нее. Нет. Мы заберем его жизнь. Мне нравится. Ты довольно наглый мальчик. И что, что я маленький? Мы достаточно смелы. Так сказал Криш. Криша, больше нет. Это эпоха Каала. Криш — наша отвага. И ее не убить какому-то Каалу. Криш останется жив, пока жив кто-то из нас. Криш Рейг. В чем дело, Кал? Испугался? Thank you.
Кришна! Какое чудесное семейное воссоединение. Скажи, кого мне убить первым? Отца или сына? Пачеку. Посмотри на себя. Ты обычный человек. Обычный сын. Слабый отец. Быть человеком не слабость. Это моя сила. Ведь меня благословил каждый отец. Ибо мне любовь каждого ребенка. Кришна. Сюрприз. Кришна, вставай. Кришна. Только те, кто рождаются, могут умереть. Я никогда не рождался, поэтому я никогда не умру. Неважно, как сильно зло, добро, всегда его победит.
Кришна, никогда не думай, что ты один, потому что никто никогда не умирает. Мы всегда будем вместе. Я буду жить в тебе, в твоих воспоминаниях. И ты всегда будешь в моих молитвах. Полгода спустя. Мистер Кришна? Мистер Кришна, поздравляем. Это мальчик. Можете войти. Жаль, папы здесь нет. Он здесь? Я назвала нашего сына Рохитом. Где он? Только что был здесь. Где? Подготовлен Indian Cinema Group по заказу сайта generalfilm.org и наших зрителей. Спасибо всем, кто принимал участие в локализации данного фильма на русский язык. Большое вам спасибо! И не забывайте смотреть новинки индийского кинематографа в озвучке ICG самыми первыми в нашем онлайн-кинотеатре на сайте icgtv.ru каждые выходные. Jab, jab, kehra. धुआं छाएगा तब तब बन के मशाला आएगा जब जब कह रहा धुआं छाएगा तब तब बन के मशाला वो आ
जब जब कोहरा घना जाएगा तब तब बनके मशाल आएगा सुलझाता है डर भगाता है उम्मीद दिल में जगाता है हौसलों को वो बढ़ाता है उलझन में वो सुलझाता है डर भगाता है Yeah.